С вами Шамики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется... Название будет? Murder... А, Morbid. Morbid the Seven Ecclesiastes. Ecclesiastes. Так, игра сразу на русском. Есть настройка видео. Звука. Ну, я думаю, короче, погнали. Главный соли и... А, гавань соли. Мясистский крюк. Ага. Короче, книги — это обучалки у нас. Немного как будто в пое играю. Так, управление не очень отзывчивое. То есть я вот иду-иду, опускаю, а он все еще идет. А, у нас есть, как я вижу, ХП. Ага, стамина. О, это прицел. Стамина. Мозг, это получается разум наш. Боеприпасы. Хилки, вот окошко. А, так я бегать могу. Неплохо. Подобран меч Диброма. Так, а где здесь записи R и P F Escape? Ага, через таб. Меч Дебрио. Надеть и бросить, осмотреть. F1. Меч Диброма. Короче, здесь есть описание, это хорошо. В ордене Диброма каждому будущему стремящемуся, приступавшему к обучению, выдается меч Диброма. Прекрасное оружие, которое могло послужить и после обучения. На клинке выгравированы слова, которые все стремящиеся должны знать наизусть. Даже если вся радость уйдет, если всех нас надежда покинет. Из пылающих недр земли, из морской беспредельной пучины. Явится мир, стремящийся. Наш единственный свет угасающий. Окей. Ага, то есть мы сами. Так, я могу, типа, надеть... Да, сразу можно. Так, ХП, выносливость. Короче, ясно. А-а-а. И что? А, то есть я подобрал, оно написало, что я могу сделать. Атаковать. Так, это мусор атакуемый. Он весь атакуемый. Хорошо. Гадкая каша. Позволяет слегка восстановить здоровье. Угнетённым и еле передвигающимся ноги жителям Морнии не приходится быть разборчивым в еде. Эта вонючая смесь с едва съедобным ингредиентом служит пищей для большинства простых людей, чтобы некоторое время продержать жизнь. Этого хватает, но не более. Позволяет слегка восстановить здоровье. Гадкая каша. Хорошо. Найденные предметы из инвентаря, удерживайте на них клавишу C, чтобы можно выбрать с помощью клавиши SD. Оп, стопа, стопа, стопа. Так, ну мы за девочку играем. Так, а это ломается хер? Подожди, а куда история добавляется? Успокаивающая капсула. Успокаивающая капсула. Разум, стремящийся, это ресурс, потерю которого редко можно восполнить. Что стало очевидным для ордена Диброма еще в самом начале противостояния злым божествам. Многие из отважных бойцов, которые отправились в сражение с порочными ужасами, обрушены на Морнию Гахарами,
погибли не от физических ран, но от одного лишь страха. Поэтому ордену Ди Брома пришлось искать решение этой проблемы. Успокаивающая капсула содержит в себе воздушную взвесь седативных средств. После вскрытые контейнеры из него начинает выходить газ, дыхание которого успокаивает нервную систему. При использовании восстанавливает здравомыслие. Ага. То есть эта херня все-таки атакует. Так, есть блок, хорошо. Блок я именно могу нажать. Удерживать нельзя, подожди. Я хочу посмотреть информацию про врагов. Тут нету? Ладно, может дальше найдется. Вот камни, вот, видите, оно мешает. То есть ты не замечаешь предметы, которые тебе помешают. Новая запись источника используются предметы. Хорошо. Боеприпас, вместимость боеприпасов повышена. Гадкая каша. Ага. То есть мне сейчас говорят то, что лучше все ломать. Так, ну прочности у моих предметов нету. А вдруг я что-то ценное найду? Вот кто знает. О. То есть здесь есть... Мощная атака. Мощная заряженная атака. Хотя подожди, не. Странно, почему тогда у меня вынесло все хп? Ну не хп, а вы поняли. Ну типа я буду собирать кашу, потому что это хпшка. Прицел, конечно, мешает, но, скорее всего, этот прицел будет использоваться для огнестрела. Потому что не зря же мне пули дали. Новая запись источника. Ну вот, у меня записки какие-то дали. Новая запись истории. 7 послушников. Как открывать историю? Для уклонения. Ну это я понял. Я нажимаю все кнопочки, но ни одна не открывает источники. Так, это второй вид оружия, да, я могу? Тут можно красться, нифига себе. Как мне посмотреть историю? Вы мне это скажите, пожалуйста. Типа книга, добавляй, да, но где это смотреть? Каменный дебро улучшение. Один это лечиться. Так, есть корабль. На корабль я попасть не могу. Приветствую вас, стремящийся. Меня зовут Алос, последний монах Магратея. Я ждал вас. Никому из ваших предшественников не удалось победить Гахаров. Эти злобные божества терзают наши земли и
поработили наш народ, и никто не может им противостоять. Однако у гахеров есть одна слабость. Они не могут выжить без хозяина. Они связали свои извещенные разумы с плотью семи могущественных послушников. Семи, значит, семь боссов будет. Ваш долг — убить послушников и таким образом отобрать у гархов тела. Вам помогут святыни, подобные той, что находится здесь. Так, окей. Медитация. Что дает медитация, я не понял. Задание. Встретить Талоса. Поговорите с гавани Соли и с Талосом, последником монахом Макграте. Так, перемещение. Еще нету. Ужасный паноптикум. О! Обучение. Не найдено. Но это быстрый бег, стрельба, атаковать. Инвентарь. Так, это парирование. Перекат, исцеление. Это не знаю, не знаю. Вообще, что может быть? История мира. Семь послушников. Когда Мария была молода, в глубинах нашего сознания зародилась они, гахары, как мы их теперь называем. Впервые услышав, как они шепчут, соблазняя нас, великой силой и мудростью, мы знали, что принимаем это дурное предложение. Принимать это дурное предложение нельзя. Однако некоторые не смогли устоять перед таким соблазном. Семеро получили огромную силу и согласились служить сосудом для гахаров. Без тел, если божества не смогли бы выжить, гахары взяли себе с плотью семи могучих послушников и с их помощью покорили Морнию, поработили народ и установили тиранию невиданной прежде жестокости. Сейчас Марния лежит в руинах. Гахаров почитают как живых богов. Семь послушников правят королевством, а их чудовищные прислужники несут опустошение по всей земле. Но еще остается надежда, что однажды придет достойный, стремящийся и убьет послушников, изгнав таким образом гахаров туда, откуда они пришли. Окей, предметы. Предметы задания. Колдогрип. Основные предметы. Каменный Деброма. В ордене Деброма каждый будущий стремящийся приступавшему к обучению давали камень Деброма. Мощный перезаряжаемый кусок редкого кроваво-красного минерала Кардинора. Камень обратан медицинскими средствами, которые активируют его природные целесные свойства. Если удалять, собрать и объединить некоторые камни, эффективность и возможность повторного применения значительно возрастает. При использовании лечит игрока, восстанавливает действие после смерти и медитации. Можно улучшить с помощью еще одного камня Деброма. Так, это было, каша была. Так, банка, непонятно, непонятно. Какая-то энергоблок. Хилка, хлеб или мясо. Нога кузнечика. Шашлычок. Так. Оружие. Мечи. Ну, смотрите, оружие, пускай не так уж много, но оно есть. Меч Деброма. В ордене Деброма каждому будущему стремящемуся. Так, ага, это уже было. Топоры. Так, сколько у нас мечей? Мечей у нас много. Топоров только три вида. Копья три вида. Булава 6. Кастеты есть 4 штуки. Огнестрельное оружие три вида. Так, друзья. Почему мне в друзья не добавили? Так, принцесска, рыбак.
либо торговец, либо циркач. Еще один рыбак. Черепаха. Странно. Враги. Ну да, смотрите, будет 7 боссов. Ну блин, по силу это можно понять, кто будет. Вот это плохо, что они так сделали. Лучше бы не показывали, кто будет. Ну это объединенные какие-то боссы. Мужик на жабе. Девка, играющая на музыкальном инструменте. Хер знает что. Рыбак, потому что у него крюк в руке. Заключенная какая-то. Обитатель темного города. Чудовище старой Морнии. Проклятые из соли. То есть это по сложности, да? Так, хер знает кто. Братья-музыканты. Фиг знает кто. Гарпунец. Мистер Акула. Ну, похож на акулу. Так, проклятый из соли. Земная спора. Если мясоцвету не удается найти хозяина или источник еды, он может замирать и переходить в состояние покоя, которое обычно называют земная спора. Мясоцветы также мох безумцев. Независимый паразитический организм. Эта грибовидная форма жизни использует в качестве хозяина любой биологический объект. Мясоцветы способны брать под контроль, восстанавливать и развивать нервную систему хозяина, благодаря чему могут даже оживлять умерших. А те трупы, типа, они не живут? Фиг знает, фиг знает. Возрожденная тварь рыба. Обглоданные кости большой рыбы, возвращенные к жизни самоцветом. Мясоцветы также... Так, инвазивный паразитивный организм. Это грибоподобная форма жизни, используется в качестве хозяина любого биологического оружия. Бла-бла-бла-бла-бла. Зараженное существо обычно становится чрезвычайно агрессивным, поскольку растение стремится и защитить хозяина, и заселиться в нового. О, какой-то много... Там зеленый, синий, красный цвет. Чудовище старой Морнии. Воришка, кабан. Палач. Вороны. Похож на снеговика. Жаба. Ежик. Это сверчок. Дерево. Призраки. Мужик. Короче, ясно. Так, shift это бегать. Ладно, давайте сначала наверх сбегаем, посмотрим, что здесь. Не, ну убить их можно. Ой. А так они не так уж много наносят. Ну блин, главное просто уворачиваться от врагов. Так, я вижу рычажок. Но это не открыть мне, да? Входить могут только возвышенные. Задание получить. Получить. Ага, то есть с рывком я делаю... С бегом, да? А ну-ка, сейчас проверим. Ну, за 5, да, где-то? За 4. Ну да, намного быстрее с бегом.
А, то есть мне обязательно нужно медитацию проводить? Ну ладно. Так, враги. О, вороны. Прожорливый ворон. Черный ворон в северной части морной земной поживиться было нечем. Однако, когда в стране появилась новая напасть, самоцветы и мох безумцев распространялся по всему королевству, и воронов появился новый источник пищи. Местоцветы стали обитателями источника питательных веществ для голодающих птиц. К сожалению, в итоге их количество стремительно увеличилось, и они стали жадны до плоти и крови. Вскоре эта новая хищная порода заполнила Морнию, и большинство других птиц оказались на грани вымирания. Известно, что однажды стая этих кровожадных птиц убила целого мамонта. То есть в игре еще мамонты у нас присутствуют. Ну, смотрите, я вот не понимаю, как у меня вот эта психика поднимается. А, хотя вот, смотрите, у меня мозг начинает загораться. Но он только может атаковать там, где у него рот. О, Ларш, любимый, когда же ты вернешься? Очки опыта, которые вы зарабатываете, убивая врагов. Но я на самом деле просто проверил, поэтому медитация. Да. Да. Хорошо, новый враг появился. Мозгодрочь нам не дали. То есть, видите, эти рыбы в какой-то степени сами не атакуют. О, черепашки. Ага. Это они создают вот эти хрени, да? Так, каша. Как мне к старику попасть? Отстань. Отвали. Ну ладно, я ж по-хорошему хотел. Ой, ранул эти. Ладно. Погнали обратно. Пойдем сейчас посмотрим, что там будет. Ну да, что-то типа акул.
Что-то типа акул. Огненный гриб. Далее огненный грибок. Окей. Лекарственные гранулы. Купить против всеядия, лечащие любые хвори, могут себе позволить лишь самые зажиточные горожане, священники и аристократы. А бедные простолюды остаются довольствоваться дешевой и более слабой альтернативным лекарственным гранулами. Лекарственные гранулы не лечат болезни и не восстанавливают здоровье. Они лишь успокаивают и временно придают бодрость. Поэтому их называют последним утешением. В большинстве случаев гранулы просто оттягивают неизбежное и облегчают часть смертельно больных. Восстанавливает здравомыслие и надлежит снижение урона здравомыслия. Ага. Баллон Кромби. После изобретения оружия, проводимое в движении газом, большинство оружейников прекратили делать пороховое оружие. Оказалось, что газ гораздо более эффективнее и мощнее топлива, поэтому надобность в традиционных мушкетах и винтовочках исчезла. Первым газовым оружием стали пистолеты, но со временем развития оружейного искусства позволило использовать газовые механизмы в любом виде огнестрельного оружия. Однако, бум на крышке газового оружия произошел только после того, как Адибус Кромби, легендарный оружейный мастер Деброма, изобрел универсальный газовый баллон, применяемый для любого оружия. В наши дни приобретают газовое оружие и все используемые баллоны Кромби, однако ходят слухи о том, что в не очень отдаленном будущем появятся еще более мощные источники энергии. Пополнение боеприпасов. Ага, типа это доп. Патроны наши. Лазарев цветок. Лазарев цветок. После того, как Марни появился мох безумцев, многие менее агрессивные растения стали постепенно исчезать. Лазарев цветок – одно из таких растений. Это редкий, но очень эффективный лечебный цветок, исчез бы совсем, если бы не жена мэра, которая обожала его запах. Она приказала посадить растение у себя в саду, и его удалось спасти. Сегодня найти лепестки этого цветка крайне сложно, но в окрестях форта Морни его опьянющий аромат все еще хорошо чувствуется. Там же можно увидеть парочку цветочных душ и блуждающие пастей, порожденных лозами растения. Используется, чтобы повысить здоровье и здравомыслие, а также исцеляться. Огненный гриб. Огненные грибы известны тем, что излучают тепло. Многие опытные путешественники понимают ценность этого грибного организма, особенно если вы отправляетесь на север от Йорктаэля. Однако немногие знают о том, какой мощный эффект дают огненные грибы, если их надлежащим образом применить к оружию. Позволяет добавить оружию, а не огненной мощи. Короче, ясно. Точно не хочешь? Ну, жаль. Я бы ему дал растение. Так, проклятое село, поехали. Холд. О! Я про них забыл. Ну слушайте, тут есть стелс. Это прикольно. Это прикольно, что тут здесь есть стелс. А, я туда не могу зайти, жаль. Thank you.
Так, РМВ для того, чтобы парировать. Разбейте сундук, чтобы открыть их. Лепестки самоцвета. Лепестки самоцвета. Самоцветы, также их безумцы, мов безумцев. Та-та-та, если свет особо брать под контроль, восстанавливаю, раз-ля-ля-ля, это был. Употребление мясоцвета считается чрезвычайно опасным. Последствия при переваривании лепестков неизвестно. Однако говорится, что оно позволяет, помимо прочего, повысить выносливость, здоровье и внимательность. Ненадолго повышает скорость атаки и снижает здравомыслие. Хорошо. Воу, я понял. Это оно, да, сделало? А, так это level up у нас мозг. Они вообще глухие, они ж не слышат, как я иду к ним. Так, сюда можно подняться? Нельзя. Окей. Но они куда-то... Коса бьют еще сами. Ху-ху-ху. Ключное оружие. Это что, автомат? Так, начнем с медитации. Так. Ага, красный это новый. Костерой. Костерой скелетное образование, захваченное и возвращенное к жизни мясоцветом. После достижения этапа возможности костерой начинает испытывать летающие споры, состоящие из костного кальца и семенной ткани. Это растение... Этого растения. Высокая эффективность такой формы опыления одна из причин, связанного с мясоцветами бедствия в Морне. Костерой в бою не причинит особого вреда, но способен за короткое время выпустить большое количество спор, что может причинить неудобства и серьезное помешать. Это да. Огромная пиявка. Когда на Солью обрушилось проклятие, все местные аристократы и вся знать превратилась в таких пиявок. Некоторые пришли к выводу, что это не просто совпадение, а явное свидетельство того, что злобный Долгахар обладает чувством юмора, очень чрезвычайно извращенным. Проклятый моряк. Появившийся в деревне Солья, богиня печали Долгахар, из чистой злобы прокляла всех жителей из самого места. Из приближенных вод исчезла рыба, а люди превратились в безумного морских существ. О Солье, когда-то известные роскошными пирами и гостеприимством, стали говорить исключительно как о месте с ужасной судьбой, где можно найти лишь первобытную злобу. Теперь проклятые моряки Солье всегда лишь курчат примитивных тварей от благосклонных людей, которыми они когда-то были, не остались ничего. Винтовка. Мощные винтовки для стражей глаз Йортаэля. Сейчас оказывается у мастера Кромби. Эти солдаты обладают ястребными зрением и неуспешно следили за покоями жителей столицы.
с окружавшей город Великой Стены. Ответом на любые преступления в городе и попытки вторжения снаружи были пули в лоб. Предупреждения выстрелов делались редко. Глайза Йортаэля больше не охраняет город, но их наследники живет в немногих оставшихся в рабочем состоянии винтовкам, разбросавшись по всей Морнии. Ясно. Так, а что вот это за значок? Я хочу узнать, как мне хотя бы улучшаться. Либо типа того. Ну, туда я, походу, не попаду пока что. К моряку. Ну что, давайте тогда, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.